Заметки на полях. Часть вторая. За гранью алхимии. Выдержка из истории сэра Яблока. С далекого средневековья нам известно множество мифов и легенд об искусстве алхимии. Про то, как одни люди желали богатства, а другие славы. Но ни один из них не достиг в полной мере того, о чем на самом деле мечтал. Они всегда желали большего, не считаясь со средствами и способами этого большего достичь. История о философском камне, например, стала в какой-то степени самоцелью, о реалистичности создания которого мало кто задумывался. Большинство алхимиков с готовностью поддавались соблазну желания и, собирая по кусочкам информацию из древних книг, посвящали всю свою жизнь созданию камня. С тех самых пор истории и идеи его создания проникли даже в умы обычных людей и крепко укоренились в них, как красивая легенда и абсолютная мечта, достичь которой желал бы каждый. Так началась вечная погоня за фантазией, за гранью алхимии.